This leader is provided to permit the projectionist to complete adjustment of focus and sound level. Всем привет, дорогие друзья! Ну что же, мы с вами не виделись уже практически полгода. И вот, как обычно, наступила осень, и мы во всеоружии заряжены мотивацией снимать новые ролики и делать веселый контент. В этот летний промежуток я много работал и в то же время хорошо отдохнул, катаясь на лодке по водам Вооксу и Ладожского озера. Красота этих мест настолько завораживает, что охота провести там как можно больше времени. Гармония с природой дала мне заряд энергии и новых идей на грядущую зиму. В этом году у меня есть пара новых форматов, которые я хочу попробовать отснять. Раскрою некоторые тайны. Я хочу сделать формат страшных видео по типу короткометражных фильмов. Там, естественно, будет художественная постановка. Но в ней сбудутся все те ожидания, которые мы так хотим увидеть в видео с громкими заголовками. А по факту наши ожидания обламываются. И за весь ролик максимум что-то упадет и так далее. Хотя в этом есть некая изюминка. Но все же мне очень хочется снять и спродюсировать настоящий мини-фильм ужасов. Конечно, бюджета на хорошую съемку у меня нет, но я постараюсь добиться того, чтобы вам было интересно. А также я буду выпускать летсплеи по хоррор-играм. Хоть и голосов этой идеи не набрала, но все же я хочу попробовать и такой формат. Ну и конечно же я отправлюсь в реале, в заброшки, где буду ночевать и делать вылазки в заброшенные пещеры и бункера. Лайф-контент, так сказать. Ну что же, в принципе, вот такой план у меня на ближайшее время. А теперь запасаемся терпением, совсем скоро мы увидимся в новых роликах. Всем спасибо, друзья, и до скорой встречи!